Привет, Янокс, и сегодня выходное видео. Захотелось вдруг лепешечек, они у меня, кстати, стали надуваться, как пита. В следующий раз попробую поменьше размер сделать, возможно, у меня получится пита с начинкой. А туда внутрь у меня пойдут жареные овощи с грибами и со свининкой. Есть еще вот такая вот намазка сырная с чесноком, она сделана из простого плавленного сырка, майонеза и чеснока, можно еще зелень добавлять. А мои квашеные радости: капустка, дайкон, перчик. И вот у меня вырос вот такой зеленый лучок. Это вот первый урожай в этом году. Маринованная свекла. Собственноручно приготовленная горчичка. Я все еще экспериментирую, но не могу найти идеальный рецепт. Пью кофе. Чай захотелось вдруг. И вот такая вот у меня стопочка. Сейчас читала «Берегиню». Это сборник повестей, эссе, новелл. Они такие сельские, древние, таинственные. То есть наши русские истории. Но пока что мне нравится тем, что они небольшого размера. Это я сейчас читаю первую часть, там только новеллы. А дальше пойдут повести. Не знаю, как будет идти, потому что автор, скажем так, хоть и здорово пишет, но его невозможно много читать в больших количествах. Вот, дальше я вдруг достала вот эту вот книжку Дэвида Митчелла «Литературный призрак». А вообще-то я искала совсем другого автора. Мне бы хотелось почитать английскую литературу, но женскую. Ну, я вот механически схватила эту книжку и, ну, пришлось читать в метро. Пока что, скажем так, я так начала чуть-чуть и сразу же застряла, потому что тема, которая раскрыта в начале этой книги, не знаю, что пойдет дальше, вроде как говорят, Митчелл неплох, я с ним знакома только в экранном формате, не знаю, может быть, будет интересно, может, нет, пока оставлю, надо немножечко остыть, успокоиться и потом взяться за это. После того, как я забросила Дэвида Митчелла, я почему-то достала Ивана Сергеевича Шмелева. Но так, к сожалению, и не открыла в метро. Читала всякого рода новости в группах. Отто Венингер плачет, потому что он тоже до сих пор не открыт. Вот. Дальше я достала журнальчики всякие разные, он там со вкусом весны и так далее. И вчера как раз разговаривали на работе, сейчас начнется блинное безумие, поэтому надо будет подготовиться, сделать что-то новенькое. Хочу какие-нибудь блинчики с интересными начинками. Я тут вот из этой книжки экспериментировала. Эксперимент не совсем удачный, но буду продолжать. Я пробовала делать заварной крем шоколадно-мятный, но вот он мне не очень понравился по своей консистенции, поэтому буду работать над этим. Вот, сегодня никаких планов, планирую валяться, есть, гулять, больше ничего. Вот, хочется такой немножечко спокойный день. А, еще что-то смотрю киношку про еду. На работе же не хватает поваров. Вот, вам хорошего дня, хороших книг, хорошего настроения и, в общем-то, говорят, уже близко весна. Всем пока-пока.